Билд за 100к, 8 морганки в 7 тире, и все это без адской куртки. Интересно? Тогда смотри ролик полностью. Фоглори, молодые, я тем. После того, как я показал вам охотника за душами в статиках, пора вам показать настоящую имбу. Как вы могли заметить, это боевой топор. И да, этот аджор был фулл с ешки. Честно говоря, не хотелось бы популяризировать это оружие, ведь одноручный топор сейчас почти на одном уровне со старым кинжалом, что, согласитесь, очень сильно, потому что кинжал очень быстро понерфили. Поэтому за этот топор я молчал почти целый месяц, но мне кажется, его время настало. В целом, за сольники я молчу, никаких проблем он там не испытывает. Билды в целом там тоже могут быть разные, но вот вам один из примеров. На сольники это детский лепет, что там по статикам? А тут уже у нас история поинтересней. Боевой сейчас считается лучшим оружием в статиках. Почему? Я думаю, ответ прост, потому что он не теряет хп, так как хилится от каждого моба, а если ты не умираешь, то умирают мобы. Логично. Но какие билды использовать? Тут на самом деле вариантов очень много, но я вам дам только 3 штуки. Первый на хранителя, второй на кладбище и третий на морганки. Соглашусь, отчасти замудренные билды, ведь я внес чуть-чуть интересных механик, но и с другой стороны вы можете использовать стандартный билд с 2 адскими, и тогда вообще забудете про падение. Другие билды всегда были, но я захотел их только сейчас показать, чтобы хоть немного разнообразить статики, а то везде одни адские да адские, пора уже немного сменить мету. В целом, как вообще играть на этом топоре? Ну тут на самом деле одна стратегия. Нажимаем по КД кушку, поддерживаем 3 стака кровотечения и по КД кидаем ешку. Изи. Упасть на боевом топоре в статиках смогут, наверное, только инвалиды. Надеюсь, вам эти билды понравились. Ведь все эти билды стоят копейки, как для статиков. На хранителя так вообще 100к, а на морганку 800к. Вы только вдумайтесь, на 8 морганки. Так что пользуйтесь с удовольствием, фармите статики. Все маршруты вы можете глянуть в этом ролике. Смотрите, как правильно фармить на этих билдах, а я пойду того самого, да?